Водопад Ришко стекает с самого верха некоторыми уступами. Мы не попадем в кадр, можем? Никого нет, да? Давайте сейчас, кто только подошел, буквально 2-3 минуты, делайте фотографии и будем Вулканическая порода. То, как вулкан извергался, лава шла, так она застыла. Это называется, да, 25-й. Водопад 25 источников. Вот это самое вот макушки горы, весь конденсат собирается и ручейками стекает вниз, вот таких маленьких речушечках, а потом эти речушечки текут по левадах вниз. И поэтому остров Мадейра всегда с водой. Самое ценное на острове лес, так как благодаря лесу собирается вода в достаточном количестве для жителей острова и для огородов.